Сегодня 8 сентября, и я наконец-таки дошел до смертельной битвы Эдемийской башни, и, конечно же, хотелось бы с вами поделиться тем, что мне сегодня выпадет, как я ее пройду, ну и вообще посмотрим на нее с разных сторон. Также я пройду еще бонусом 200-й поединок обычной Эдемийской башни, и посмотрим, какие алмазные карты мне выпадут. Специально для этого, кстати, я разместил вот здесь сверху тех персонажей, которых я хочу увидеть при выпадении, потому что хочу докачать наконец-таки Джонни Кейджа ударной группы. И мне очень сильно нравится как раз-таки классический фильм Рейден. Я за него постоянно играю, и многие его не оценивают особо после того, как его немножечко фиксанули. А мне он до сих пор нравится. Есть в нем какая-то вот такая фишка, из-за которой за него прям интересно играть. Всем привет, с вами Стивен, и я продолжаю играть в игру Mortal Kombat Mobile. И, в общем-то, первое, чем хотелось бы, конечно же, поделиться, тем, что мне выпал эпик. Мне выпал эпик с рандомной, и получается, битвы. И да, получается, по силе расставим. Страж принцессы. Он наравне стал со скипетром Куэлиана и практически с тузом в рукаве разбойника. К чему я это все веду? У меня еще нет ни одной прокачанной эпической карты до 10-го слияния именно из башни. А здесь все-таки как-никак Страж Принцессы может неплохо так в этом сезоне до низкой башни прокачаться. И возможно именно эта эпическая карта дойдет до 10-го слияния. Вообще не знаю, доживу ли я до того момента, когда хотя бы одну карту именно не из купленную из режима выживший, ну из войн фракции имеется в виду, а например просто из башни какую-нибудь до 10-го слияния прокачаю. Мне кажется, это будет не скоро с моим везением. Но возможно я дождусь этого момента. А все, что я хочу сказать, поехали! Если вы хотите быстро прокачать свой аккаунт, то вам на помощь приходит сайт gamegold.ru. Тебе на аккаунте не хватает алмазных персонажей в игре? Сайт gamegold.ru придет тебе навстречу. До 20 алмазных персонажей ты можешь спокойно заказать на сайте себе на аккаунт. Не хватает валюты? По низким ценам и быстрой доставке до 25 тысяч душ ты можешь заказать на сайте gamegold.ru. Если у твоего кореша аккаунт прокачаннее, нежели чем у тебя, то ты можешь заказать аккаунт на сайте gamegold.ru, где у тебя сразу же на аккаунте будет 70 тысяч душ и как минимум 8 алмазных персонажей в коллекции. Возможно, у тебя нет консоли, но ты хотел всегда заполучить какого-нибудь консольного персонажа, то персонаж МК-11 тебе выпадет благодаря связи с консолью и 40 душ соответственно. GameGold.ru — сайт с низкими ценами. Прямо сейчас хочу сказать. Да, именно так я хотел первоначально выразиться, но что-то пошло не по плану. Также, ребят, на сайте GameGold.ru на данный момент проходят скидки, поэтому переходите по ссылке в описании, вводите мои промокоды и, конечно же, получайте шикарные бонусы на свой аккаунт по игре Mortal Kombat. Как раз-таки сейчас и крипто классно. У меня уже 8000 сердец имеется, и тут Джокера можно заполучить, поэтому тоже хочу скупить все. Я не знаю, получится у меня это или нет, но постараться стоит. Плюс психологическая бомба имеется, которой у меня, кстати, нет. И ее бы, конечно, хотелось бы тоже приобрести. Я уже это могу сделать, но я хочу для начала взять Джокера, а потом уже посмотреть на психологическую бомбу. Все-таки для начала надо брать немножко иные экипировки. Ладно, все, теперь мы можем переходить на Эдемийскую башню смертельную. Начнем с смертельной, потому что она, мне кажется, чуточку сложнее. А уже потом перейдем, собственно, на более легкую башню, потому что ее точно мы с первого раза пройдем. А тут два Рейна, которые дожди вешают, и Люкан. У меня есть вроде как 7 попыток. Я могу ошибаться, но, по-моему, 7 попыток, поэтому надеюсь, это так. Ладно, все, первый бой, поехали, будем пробовать. Так, что ж, ой, 4 миллиона. Ну, тут проблема даже больше не в сложности персонажей, а в здоровье, которое как раз-таки этим персонажам подарили разработчики. Просто, ну, это дохрена. Ой, блин, тут и привязку мне повесили. Надо от нее избавляться, потому что тут мне надо как раз-таки увечья вешать. Увечья, да, все правильно сказал. А как я повешу увечья, если у меня привязочка? Так, избавляемся от нее и делаем замену. А, сопротивление увечью, я понял. Я понял, нет, значит, легко не будет, да? Игра намекает то, что сложности уже тебя ждут. Да, да, именно так, вот увечье повесилось. Спасибо огромнейшее, ну все, это уже точно не одна попытка будет. Тут даже можно об этом и не мечтать, мне кажется. Так, в чем фишка? А, блин, мне снова привязку повесили. Тут то ли отражение идет, то ли что, потому что просто так привязки не вешаются, это 100%. Инфосотка.
Так, сбрасываем снова ее. Выбираем как раз-таки Рейдена и смотрите просто-напросто. Если сейчас оглушение... Нет, не легло ничего. Нет, 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 ты меня не тронешь. Видите, можно таким вот образом перебивать резко персонажа. Он ничего сделать вам не сможет. Довольно интересно смотрится в этом плане. Этот персонаж нет. Нет, он просто выскочил и добил его. Но это нечестно, я считаю. И да и тут еще и щит. И, блин, тут все на нем. Ой, у него второй раз он сработал в подряд, к тому же. Это идеально просто. Это просто идеально. Ладно, я понял, я понял. Да снова сработал! Так, а, стоп. Стоп, я чуть не выкупаю. Он по КД у него работает. Я же даже ни добивания не вешаю, ничего. Так, ладно. А сейчас... Сейчас не сработал. Сейчас игра такая... Ладно, нанести хотя бы немного урона. Так и быть, так и быть. Ой, у меня увечье легло. Теперь я даже избавиться от него не могу. Но придется ждать. Нет, сложный отряд достаточно. Я бы не сказал, что легко и просто все дается. Вы посмотрите, меня тут как ребенка избивают. Ой, плюс еще и уменьшение урона на меня легло. И у него снова защитка сработала. Мне кажется, здесь легче будет, конечно, накопить спецприем 3 и нанести, нежели чем мучиться в надежде на то, что что-то да получится. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Так, ну давайте снимем все-таки ослепление. И плюс еще, может быть, сейчас, да, вот, и увечье легло. Вовремя, вовремя, кстати, увечье легло. Прям, когда я избавлялся от... Нет, не успею я на спецприем первый нажать. Я не знаю, что и сказать по поводу данного поединка. Не то, чтобы сложно. Нет, дело даже не в сложности. Дело не в сложности. Тут дело совсем в другом. Тут дело по большей части в отрицательных эффектах, которые подарили данному отряду. Все-таки даже не данному отряду, Люкану. Это хорошо, что мы Люкану еще не давали наносить урон, и он нас не поджигал, тем самым восстанавливал бы здоровье. Поэтому здесь в этом плане еще прям очень конкретно повезло, очень сильно повезло, я бы даже сказал. У него сразу же спецприем дарится, ладно, повесим увечья. Ой, что-то тут подлаганула игра, я вроде наносил урон, но вместо этого люлей споймал. Ладно, ладно, давай, пока он блок не поставил, я хотел сказать, но он успел, это сделать. Ой, ё-моё, тут и замедление вешается. Чё тут понаставили-то этим персонажам? Они подарили этим персам все. Я даже не знаю, кем тут лучше играть и отыгрывать персонажами. И оглушение не легло. Ладно, хоть какой-то урон прямо сейчас нанесу. Да, спасибо огромнейшая игра, что ты мне даешь хоть что-то сделать. Спасибо, спасибо. Ну, мы нанесли уже около мульта урона. Но тут, конечно, за счет вот этих вот замедлений и всего остального, прям игру... Точнее, персонажей даже, ладно бы, игру очень сильно выручает. Так, ладно. Давай, еще один урон, пока есть возможность, пока нас не вынесли. Мы должны тянуть это время. Тянуть настолько, насколько можно. Выбираем данного персонажа. Лучше сделаем все таким вот образом. Наносим урон. Сейчас он подходит, мы конкретно ничего не успеваем сделать снова. Но при этом прям вот мне нравится эта движуха. В том смысле то, что я успеваю, короче, сделать кое-какие моменты классическим рейденом. Когда по мне вообще в принципе урона не могут нанести. Это удобно, это удобно. И здесь я тоже выбираю, давай. 400 тысяч, о, хорош, соточку, 300 тысяч я нанес, да. И 59, надеюсь, пробью. Не знаю, но лучше вот так вот поступить, чем лишиться персонажа. Давайте вот здесь вот такую замену сделаем. И сразу же спецприем повесим. И добьем еще одного. 32 секунды остается. Ой, что я делать начал? Ой, это привычка после спецприема 2. Сразу же вешать что-нибудь этакое. Блин, и смотрите, в этот момент, когда я спецприем наношу, срабатывает снова этот щит. Ну прям, я не знаю даже, ему везет очень сильно на него. Прям очень сильно. Тут бы за две попытки справиться, если бы мне эти щиты по КД срабатывали. Это жесть. Это просто жесть. 10 секунд остается. Ну тут, кстати, а нет, все, защита. Я думал еще два спецприема нанести, конечно. Он еще и перебил мразота. Ой, ладно. И снова защита сработала. Короче, нереально. И снова защита. И снова защита защита за защитой. Че за дичь? Я не знаю, что им понаставили там. Если это за счет какой-то там экипы, это конечно, сильно. Это прям дико сильно.
Я не знаю, тут если это что-то из этого дарит по КД просто защиту, это очень жестко на деле. Притом уже две попытки ушло на этот отряд. Это жесть. Это жесть неожиданно. Ладно, ладно. Все нормально, ребят. Так, окей, давайте снова. Третья попытка. Победить этот отряд. Он не сложный, он не сложный. Тут чисто на лайте все проходится. Снова на меня замедление легло. Ладно. Избавляемся от всего говна, которое на нас легло. И снова на нем защита. Когда она не срабатывает? Как считать тот момент, когда она не срабатывает? Я просто не знаком с той экипой особо, которая стоит на данном персонаже. Потому что она у меня не прокачана, и я редко играю из-за этого. Поэтому... Что там и как, собственно. Вот видите, все, отлично. Почему? Это от везения, что ли, зависит? Я не знаю, вот сейчас все идеально прошло. Сейчас все вот настолько лайтово и легко было. Это прям класс. И... О! Соня Блейд, классический фильм. Это первый мой персонаж. Охренеть. Супер, супер. Да, конечно, это не Джоник. Но все, теперь у меня снова собраны все алмазные карты. Идеально. Идеально. И теперь у меня отряд классического фильма есть. Даже на нее денег не пришлось тратить. А это новый персонаж в этом обновлении вышел. Вот. Это уже не считается гачей, где за то, чтобы получить что-то новое, нужно все время вкидывать кэш. Здесь такого нет, и это классно. Копье короля Джерарда. Я прокачиваю его до второго слияния. Ну ладно, мне уже типа китаны выпадало, поэтому в принципе сойдет и так. Китаны же, по-моему. Или не китаны, мелины. Наверное, мелины. Или я что-то неправильно вспомнил. Так, ладно, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Страж-принцесса, это же китана, да? Китана. Ну, типа, нет, не китана, просто изображена китана. Я про это говорил. Вот, больше. А, ладно, три попытки ушло. Три попытки. Ну, в целом, это не так страшно, три попытки. Вот сколько здесь уйдет, интересно. Я не помню, я за одну вроде все время добивал этот отряд. Вроде как за одну. Сейчас посмотрим. У Андрея Числера на канале выходил ролик, я там за одну добил тоже, притом я персонажами вообще не знал, как играть, потому что ни разу не играл особо теми персами, которые он ставил. Так, окей, погнали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, увечья уже сразу, в начале прям. Ладно, ладно, хорошо. Это называется ощути боль, которую ты даришь персонажам, когда ставишь вот этих вот персов. Так, окей. Тут увечье слетело, надо что-то делать, поэтому бьем вот таким вот образом, и далее замена. А, здесь у меня еще увечье висит. Ух ты, блин, красиво так легло, оглушение. Снова можем поставить еще одну, и снова оглушение. Здесь, пока он в оглушении, можем снова набить, и снова, блин, вы посмотрите, это спам спецприемами вторыми получается. За счет, конечно же, экипировки, пока есть возможность, спамим. Так, ну и тут, конечно, надо уже добивать, потому что минута 27 секунд остается. Я, конечно, за счет спецприемов вешаю кое-какой урон, но все равно хотелось бы уже вырваться с данной проблемы, когда вот на меня ливень. А, у него тоже, смотрите, защита прям срабатывает очень часто. Очень часто, очень часто. Так, ладно. Ладно, давайте пробовать. Хорош, ну и Денийская башня, пожалуйста, дай ты нанести-то урон. Спасибо огромное, я тут и спецприем использовал, и в оглушение ударил. Минуту уже потратил на этого перса со срабатыванием этих щитов гребаных. Не дают вообще в принципе что-либо сделать. Я даже выбрать персонажа не могу из-за того, что на мне уже и истощение, и увечье, все ложится. Все, мне какое-то невезение в этом смысле. Какое-то невезение. Так, давай-ка прям под самый конец. И давай, блин. Ну как так получилось? Ладно. 40 секунд. Не, я не справлюсь с этим отрядом. Я не справлюсь с ним. Вы посмотрите, у нее спецприем. Сейчас она, да, все. Минус еще один. Кобздец просто-напросто. Я в шоке. Я в шоке. Какой-то невезучий поединок получился. Довольно невезучий. Я в шоках нахожусь. Ладно, ладно. Ой, 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 ой. Ну я же бил по тебе. Как ты пробила меня, женщина? Как ты меня пробила? Как она меня пробивает? Я по ней урон наношу ей все равно. А ты по мне наносишь урон? Ладно. Ладно, это не важно. Короче, меньше бы щитов срабатывало, с одной бы попытки прошел этот бой. Потому что уже проходил его с одной попытки. Здесь снова две. Какая-то невезуха у меня
А в этом видосе прям дикая невезуха. Да давай быстрее, нам не интересна эта анимация. Люди время тратят, чтобы увидеть это говно. Пожалуйста, игра, спасибо огромнейшее. Бесит эта анимация, серьезно. Вот для чего это все показывать? Я понял то, что она рада, то, что она победила. Так, ладно, хорошо. Вторая попытка. Думал, а по-быстрому отыграть, получилось не особо по-быстрому. Надеюсь, хотя бы алмазная карта порадует. Спасибо, спасибо большое за исчезновение. А я еще раз попробую. Получилось второй раз, супер. Так, 700, 500 тысяч, отлично. Я думал как-то побыстрее эти бои пройти, я не думал, что я на них 15 минут потрачу. Сорян, ребят, я не думал, что так получится. Так, я понимаю то, что вам не втерпёшь, как и мне, увидеть алмазную карту, но вы посмотрите. Ну да. Не, я понимаю, тут легко пройти, типа, спецприём третий накопить, но мне хочется еще быстрее это сделать, и чтобы это сделать еще быстрее в этом скучном поединке, только так. Ладно, все, добиваем обычными ударами ее. Все, чтобы она не исчезала. А то еще исчезнет, и я сейчас так 3 попытки солью на этого перса. Окей, прошли за 2. Итого 5 попыток на 2 поединка. Что не так уж и плохо. И падает мне Sub-Zero MK11. Ладно, не тот персонаж, но тоже четко. 8-е слияние. Главное, что персонажи не на продажу повыпадали. И это шикарно. Я считаю, что сезон Денисской башни был прям наверняка крутым. Вот серьезно. Мне нравится вообще и Денисская башня. Она не сложная, проходится достаточно быстро и приятно. Ни один поединок у меня не вызвал сложности. Ни 160-й, ни 180-й, ни 140-й, ни 120-й. Все с одной попытки было пройдено. Этот бой с 3, что тоже неплохо. Башня хорошая, прям очень хорошая. И на эпики, и на редкие, которые прокачиваются у меня в принципе в скором времени. Давайте я покажу, все редкие точно вкачаны будут. Поэтому надеюсь, этот сезон будет тоже не таким уж и плохим. И Денисская башня, переходим и смотрите, как неплохо все выглядит. Вот только вот парадную форму династии вкачать, но мне сапфировый кинжал в последнее время падает. Ну, конечно, с божественным наплечником торнадо тоже пока печально. Но надеюсь, что редкую вкачаю. Рано или поздно это произойдет, и мы все сделаем. Да, вот такие вот дела, поэтому... Вот такие вот дела. Вот как-то так все на данный момент происходит. Поэтому будем верить и надеяться. Верить и надеяться. Маска безумия династии тоже неплохо было бы, если бы прокачалась. Это было бы прям потрясно. И вроде у меня еще одного эпика нет. Но какого именно, я, если честно, без понятия. Так, сейчас гляну. Какого нет? На кого-то точно нет. На Рейна, да, вот на Рейна у меня чего-то тут не хватает, поэтому будем верить, что тоже выпадет в этом сезоне. А на этом все, вот такой вот ролик вышел, поэтому подписывайся на мой канал, если видео понравилось, ставь лайк и, в общем-то, что еще нужно сделать, ну и написать какой-нибудь комментарий, что тебе выпало из этих двух башен. Все, на этом все, всем пока и до новых встреч.